штырит. Ой, я сейчас упаду, разобьюсь, походу. Весь убился. Мы покончили с собой. Появился где-то в здании, знаешь, посередине висящем. Hello, people, вы на новом канале Iron Hat, с вами Лорд Вуду и Вандал, и мы играем GTA Online. Будем делать ежедневки Вандала, потому что у меня почему-то все ежедневки так и остались и не сбросились ни одна. Ограбления тоже пока что недоступны новые, ждем звонка Лестера. Так что давай, Вандал. Ну, гонка по воде первая, по списку. Да что ее так носит, слушай. Вообще реально как будто пробиты колеса. Уже два вертолета. Ух ты, это что было? Не знаю. Взорвали нас. Вы погибли. А кто нас взорвал, ты что-то не понял. А ты все равно с пятном бегаешь. Ну, потому что меня не юзер убил, наверное. Блин, ну давай тачку угонять. О, бронированная что ли? Ну как бронированная? Не бронированная, но красивая. Ой, ты дверь открыл, ты видел? Офигеть. Сервис? Ну. А он байк стоял. О, смотри, поехали на них. Слышишь, их три. Давай, да. У нас звезда уже почему-то. Блин. Меня менты сбили, ё-моё. Удачно ты вышел. Так я какой-то чоппер возьму, низенький, серенький. Чё, поехали? Ну да, да. А метка-то не туда? Я метка осталась? Да, что, менты, да. Блин, ни хрена себе, это кто меня сбил? Не знаю, менты. Фига себе, да я даже не понял, какие менты, нету их тут? Да куча вон их, сколько. Не, куча, ну, рядом стоит. Я, блин, на другой пересяду тут, это, блин, спортивный стоит. Ух ты, ё-моё, стреляют. Давай, догоняй. Да слушай, менты озверевшие, сбивают, вообще охренеть. Блин, меня убили, ты прикинь. Потом посмотрим на тебя. Сбивали меня мусора, охренеть. Зверевшая. Где мой мотоцикл? Давайте я подберу. Че ты вообще не понял? Да, тут с красным пятном едет. Точнее на тебя. А у меня до сих пор голова, ну, сосед. Да. Что там находится? Меня отстреливают, блин. А с кем ты едешь, кстати? Ты вдвоем с кем-то там? А, нет. Нет, я один, это тут какой-то хрен, блин, меня хотел застрелить. Ну да, я понял. Я ехал он за чё... тобой. Вот сейчас и меня хочет застрелить. Их тут два хрена. Ну вообще. Еще бы, у тебя такая морда красная. На всю карту светишь. Любой захочет тебя застрелить. Я замочил обоих. Да ёпарство. Ух ты, ё-моё. Главное шлем не одевать, я понял секрет. Секрет чего? Разбитой головы? Так это ты там? Да, от мусоров убегаю. Но этих двух вальнул перцев, которые меня хотели вальнуть. Которые тебя хотели вальнуть изначально. Мало ли что, не хотели, а колесо себе пробил. Ну тут оно. Слушай, ну менты вообще охеревшие, сбили меня на мотоцикле, жесть. Блин, опять меня убили, ни хрена себе. Тебе сегодня менты будут чисто убивать. Да пипец. Что за хрень? Да что за мотоцикл, блин? Реально они озверевшие. Давай я тебя на ободочках покатаю. У меня мотоцикл, у меня оказывается оба колеса пробиты, зашибись. Чё так тяжко на нем управлять? Во-во-во. А, это мусорный бак. Я думал, это велосипед. Как ты так думал? Мусорный бак и лесопед. Ты что, на лесопеде ходишь угнать? Это разборки у чуваков. Ладно, еду я к тебе на пляж, давай. Держи меня. Я, кстати, не понял, а как до этой точки плыть-то, ё-моё. Ё-моё. Нет, надо менять мотоцикл. А у меня уже... А, нет, это на пляжу это все. Давай, езжай ко мне. Видишь меня? Там есть эта гоночка-то? Ну, какая-то гоночка. Пляшок синенький. Сейчас я посмотрю. А то заходи, и меня просто завидай, и все. Перестрелка. Ты ткнула перестрелку. Ну, я просто на пляже выбрал точку, и все. Я помню, там скутеры стоят. Вот, а где там гоночки морские, не морские, фиг его.
по суше. Смотри, на каком байке я приеду. Я занят. Слушай, поприкрой меня этот самый, чтобы ко мне никакая хрень не подошла. Я сейчас найду эту гопку. Бля, тут это гопстеры, гопники местные. Во, я шлем одел. Бля, сейчас отожмут, наверное, мой мотоцикл. Они идут мимо тебя. Все может быть. У меня волосы так выросли из-под шлема такие. Хоба, такой пучок был. Блин, где гонка по воде, я не пойму. А, нашел. Охренеть, она черти где. Да, нашел. Ну давай, заходи. Ё-моё, черти куда. А че, надо ехать хер куда? Что заходи. А как называется? Блин, гонка по воде так и называется. Смотри, садись ко мне. Я тебе приехал уже показать свой мотоцикл крутой. Видал, какие колеса? Поехали, точку видишь? Колеса видишь, да? Да. А чё, они спущенные? Ну да, на ободу. А чё, ну там нахрен мы не поехали? Блин, можно даже вот так ездить на дыбах. Да уж. Чё, разве не мечта? Едь по дороге, блин, мечтатель. Ну, блин, он не управляем. Так у тебя только задняя сдута. А, и передняя. Передняя тоже. Слушай, давай что-нибудь посерьезнее возьмем. Давай в тележке возьмем с мороженым. Кстати, тут перестрелка, у тебя есть? Да, давай, ага, да, да. Выходим. Сейчас ворвемся на мути. Опа! Ну все, берегитесь. Тошнотики. Так тебя бы не застрелить невзначай. Ну да. У, бомжара, говорит, не трогай меня. Беги, беги. Пляжный бомжара. Я не. Я фиг его знает, может наверх надо залезть? Это раз, не перестрелка, это разборка бандитская, насколько я понял. Ну да, что-то бандитов только нет у ней. Ну да. Да спят, поздно пришли мы. Кому-то стрельнуть, наверное, надо. Спокойной ночи уже показали, все, ушли. О, я дверь нашел. О, тут миссия есть, когда в компании. А ну-ка. Нифига себе! Вот это меня с одного выстрела так сразу и вынесли. Добегался. Мы совсем недалеко от бандитской разборки. Тебе написали так? Ага. Потому что я сдох. Надо ворваться к тебе там на помощь. Ё-моё, я почти умер, ни хрена себе. Меня убили с одного выстрела в спину, так чпок. Чпокнули тебя в спину. Ну. Лежать. Бегают такие недовольные. Или наоборот, ну, довольные. Да. Прилипуху прилепил на потолок. Над собой. Ну да. Почти. Мастер. Ё-моё, они тут повсюду оказываются. Ну да. Be careful, говорит. Осторожнее. Блин, прячься, дурочка. Фига себе. Да чё они такие, блин, умирающие вообще? Надо что-то схавать срочно. Предметы. Еда. Там, походу, один остался вообще. Да, один точно. Ну чё, поесть никогда не повредит лишний раз. Любитель здесь пожрать. Вот он, вот он. Да вижу я. Бабах, всё. Пройдено! Первый раз я так сдох. Ворвался. 5 попаданий в голову у меня, нифига себе. У меня 3. Давай бабло собирать. Че, ну будешь много бабла? Пестики уже. Ну, 1500-2 как-то набрал. Че, пригодится. 1500-2000 на просто на валяющихся чувака? Да. Хрена себе ты. Она сразу почти наваливает там 500 баксов. Ага, по 500 ну баксов. Вот. Сроду столько. А вот эти нет, она 7. Куча скомпонуется, как бы. Если несколько трупов, она одна кучка. И 500 где-то получается. А так, 5-10. 200 баксов. 22. Ну все, кончились. Так, мотоцикл наш не угнали, как ты думаешь? Не знаю. Как без него жить? Он дальше может пропасть сам по себе, мне кажется. А где он есть вообще, ты помнишь? Да не помню, где-то вот тут. О, здесь нормальная тачка. Поехали на ней. Не, мне тут мотоцикл дорог. Да он валяется. Нет. Валяется? Да, я его нашел. Так как ты можешь изменить такому крутому тазику? Я сейчас тебе покажу как. Видишь, он какая ненадежная штука.
Ой, я, у меня предупреждение, что я становлюсь психованным. Что-то упало с кого-то, это пачка сигарет, что ли? С чувака бабки, наверное, высыпались, я же его тоже сбил. Так, а точка пропала, слушай, опять поставлю я. Не, у меня есть. Она привязана к мотоциклу, я же говорил, она... А, наверное. Классный мотоцикл у меня вообще. Оу, я нашел новый мотоцикл. Все, прощай. Бедненький, несчастненький, ты мне был, конечно, дорог. Ну? Ну, а ты меня агитировал. Пришло время с тобой прощаться. Пока! Ставьте лайки, да? Я взял новый мотик. Надо бы его. Так, за мной полиция гонится почему-то. Странно. Ну, мотоцикл угнал, наверное. Он, наверное, застрахованный. Да не, это скорее всего из-за взрыва. Ты что, еще там взрывал кого? Ну я его с ним прощался же. А, ну да, наверное, из-за него. Слушай, она мне опять висит это за голову назначена. Да, она же не пропадает. Ну я и смотрю, как ко мне что-то эти игроки стекаются так по чуть-чуть. Думаю, что за хрен такой ходит? Третьи сутки уже с мишенькой такой. Третьи сутки не умереть никак не могу. Становлюсь психопатом. Нет, это сейчас, когда тебя сбил. А так нет, я такого не был. Я не знаю, я там буянил что-то. Пожарки взрывал, за мной голову назначили награду. Мотоцикл прикольный, он какой-то вообще не скоростной такой. Так он сдутый, наверное, тоже, не? Ну нет, еще не успел я. Пытаюсь на дыбах поехать, а он что-то как-то вяло. Гузно тяжелое, видимо. Ничего себе меня крутануло. Меня же FPS просели. Ты FPS меряешь? Ну, я просто заметил, что лаги такие небольшие. О, кто-то меня бодать хочет на своей тачильке, бронированной. Ну, это тот, который меня хотел бодать. Ой, ё-моё, я улетел. Я уже почти на месте, ты как там? Живой? Я тоже еду, пока живой. Я чпокнулся так классно. Блин, с моста улетел, но я не упал, я так остался на этом, на ногах, на колесах. Я ж ловкий. Все, я на месте. Бываю. Тоже подъезжаю, да? Ой, коленки стер. В кровь просто. Меня сейчас полиция убьет. Я сейчас тебя приглашу. Давай, может быть, успеешь еще. Я по кушарям пока буду скрываться кем-нибудь. Это мне как-то совсем плохо. В каких-то доках, блин, вообще. Оба! Сальтом! Прислал пригруз. Ага, вижу сейчас. Других будем приглашать? Ну давай, если быстренько. Кто-то пригласится. Ты быстрее сам заходи, чтобы тебе место осталось. Покажу. Ой, погоди. А, ну да. Лестер написал, что надо заплатить. Гонки по суше. Почему по суше? Не знаю. Что-то ты в другую гонку, по-моему, да, играешь. Ну, у меня ежедневка сделана. Чего тут высоко прыгаете? Слушай, отстань, надо бы GTA поставить, чтобы тебя улобишь. А ты не поставил? Нет, ты же просил не ставить. А я, блин, обрадовался, думал, сейчас GTA зарулим. Все дела. Ага. Сижу, палец тыкаю просто в вас. Запарил ты толкаться. Это не я. Я вообще последний был. Ага, блин, теперь я последний. Да блин, какого хрена они так это реально быстро ездят? Да они потому что эти самые. Читеры они все! Думаешь? Читеры, я тебе говорю! Но пока все читеры. А ты на чем? А я на джойстике. На джойстике, ну то ж на ПК. Тоже читер. Джойстик фан. Да реально, в вертолет невозможно играть в дома. В самолетиках, вертолетиках. Ну вообще там тяжкое вообще на джойстике, как бы я бы не сказал, что он прям сильно облегчает. Читеры! Погнали меня! И
Блин, что-то меня занесло вообще. Не понял. Оно у меня рулить перестало. Джойстик рулит. Реально, что за дебилизм, блин. До этого ездил нормально, тут перестало рулить. Ага. В сраню ушел я. Последний. Вот дерьмо. Ничего, я быстро отстану, не боюсь. Так уже второй круг. И вот реально дура, блин. Просто в стену уехала и все. Вот скотство называется. Тут опять не рулит и все. До этого рулила? Ты что делаешь? Блять. Еще слов нету просто. А-а-а, ё-моё, ну я хоть второй. Блин, хоть второй. Я в проёме. Блять, да чё, блять, сволочку какую-то, а? Ехал, нормально. Как поворот какой-нибудь, она так это тупит, в стену едет просто прям. Да, покатались. Ладно, выходим свободный. Да читеры, я тебе говорю, они все. Ну да, я знаю. Что ж, теперь игра с ними, что ли, теперь? Что, свободный режим у них? Да. С меня сняли голову эту. За голову. А что, мы в разных сетях? А, не в одной. Я не горю тебе красненьким? Горишь. До сих пор, что ли? Да. Да. Когда с меня снимут эту хрень? Ты идешь или бежишь, или едешь? Я бегу, на чем мне ехать? Я стою, тебя жду. Я не могу залезть. О, могу. Все, залез. Возьмите меня. Итак, что мы... Давай, следующий. Давай с парашютом, как скажешь. Ну давай, тыкай на парашют куда-нибудь. Но мне все-таки поинтереснее было бы где-нибудь сигануть со здания. А где ты найдешь сейчас его? Вот ближайший, по-моему, парашют. Да, вижу, справа. Ну, вот я метку поставил. Да, это мы к Семену едем практически. Ну да. Ух, ё, ты заехал. Да нормально. Ну да. Механик, пока мы будем с парашютом прыгать, приедет. А вот он, кран, ну это, ну это низкие краны. Не снит повыше. Это нормальный. Это по сути, если ты хочешь с этого прыгануть, сесть на вертолет, подняться на какую-нибудь высотку и оттуда же сигануть. Я чуть не понял. А, вот она. Прыжок. Сейчас приглашу. Я не знаю, я как дурак сейчас пролечу мимо этих всех точек. Давай кто ниже долетит до земли и расходит парашют. Ну давай. А как ты узнаешь? Мы друг друга не увидим, мне кажется. Ну давай назначим точку. Ну как ты назначишь в воздухе, блин? Это тип. Давай, полетели. Полетели. Ой-ё, нихрена, над чем мы летим-то? Не знаю. Ну кстати, с парашютом не приколово прыгать, прикольно. Все, я пропустил одну, вторую. Да я уже все пропустил. Ну уж все тут смотри, сколько немерено. Я вообще башка вниз лечу сейчас. Хоть одну бы поймать. Ну я тебя вижу. Я над тобой. Блин, ты далеко оторвался. Блин, ни одну, наверное, не поймаю. О, блин, ты вперед меня попер. Ну даже за тобой летел, ты остановился, а я полетел. Ну я тебя вижу, ты где-то там бомбочкой. Ты вообще в другую сторону улетел, офигеть. Так, куда будем прыгать? Ну, на землю куда? Давай к мосту ближе. Да тут их два или три, хрен тебе сколько мостов, какого мосту? К толстому? Да. Ну и лечу туда. Оба, я открылся, короче, на уровне моста. Угу. Ну я не знаю. Короче, у меня сейчас НФ будет, по-моему. А как будто у меня не НФ. Ну тебе сейчас, главное, ачивку дадут или не дадут? Ах ты я. На дорогу сел. Ну да. Черт его знает, не вижу ачивки. Ну да. Счет 0. GP 0. GP 0. РП особенно круто, мы поняли. Ничья. Победила дружба, че. Ага. Мир труд май. Скоро ж майские праздники. Ну да. Че, еще раз? Ну я не знаю. Давай еще раз.
Только уже по-нормальному, да? Непонятно, выполнил я или не. Блин, надо было выйти и опять зайти туда, чтобы хотя бы написали мы. Не пишут нифига. Ёпрасота. Ну ты полетел без парашюта? Нет, пока с парашютом. Парашюта. Туда я полетел с парашютом. Не вижу тебя, вижу. Я сзади. Взаду? Ну да. Практически. Ой, закружила, завертела что-то. Может, все из-за джойстика? Ой. А я вообще не умею управлять, если не джойстик. Пропустил одну, мандец. А, я тоже. Из-за тебя все. Ты на скорость решил? Да какую скорость? Я не попадал в нее. Блин, вторую пропустил. Третью пропустил. Нифига себе. Что-то ты прям. Да что-то вообще, блин. Меня развернуло в другую сторону. В струю попал. Ну да. Это потому, что без каблуков прыгнул. У меня героиня. В каблуках и нормально. Ну да. Героиня. Юбочка, все проветривается там. О, почему-то красная следующая клюшка. Так тебе надо. А что она красная-то? А, не знаю. Красный контрольный пункт. Я еще таких не видел. Я тоже. Так, оцепить парашют. Ух ты, классно. А интересно, у меня запасной-то есть? Ну да. Ух ты, красненький теперь. Не помню, какой был что-то. Да, прикольно. Не было такого. Серединку. А ты сколько очков набрал уже? 200. У меня тоже, прикинь. Ты столько же точек пропустил, сколько я, походу. Ну, не знаю, я вроде одну пропускал. Ну, я нет, я штуки 4. Там кто его знает, сколько я пропустил. Ты за мной, да, летишь? Угу. А, вон, вижу тебя. Я вижу тебя. Подглядываешь? Ах ты какой. Ну ты ж короткая юбка у тебя. Шулевнишка. Ну, поэтому да. Ты не летишь снизу, а летишь как джентльмен сверху, да? Ну да, люблю сверху как джентльмен. Так, 280 у меня. Мне тоже. О, сейчас промажу. Нет, не промазал. Ух, сейчас самое интересное. Морда в грязь. Прям вот здесь вот. Ух, ё. Чё себе. Правда, интересно. Ничего себе. Так, в дырочку. В лузочку. Опа. Всё. А, блин. Как охренеть. Я уже. Какого хрена? Вот так вот. Слушай, ну ты нормально садишься. Как ты так садишься? Я обычно либо... Джойстиком. Джойстиком. Дурацкое управление, Rockstar, молодцы вообще. Странное жесто твоей кобылы. Ну, лыжница она в прошлом. Биатлонистка. Ну, кстати, это сейчас лучше выглядит, чем так, что была вампирша. Че, это же самое. Ну да, свободный. Давай, покажешь там, что там тебе сделалось. А то, может, в натуре придется на какую-нибудь башню сейчас залазить. Не-не, я уже выполнял это. Спокойно в этот самый прыгаешь, просто парашют надо раскрыть. Именно. Ну примерно так прикидываешь, сколько метров остается. Выполняется она, в общем. Игноришь все эти точки и все. И ничья, да? Найти еще напарника такого же лузера. Ну да. Голову награду назначать, охренеть. Давай я тебя пристрелю, давай я тебя выручу. Да не надо, я хочу быть... Давай выручу тебя, спасу друга. А что мне выручать? Давай я тебя взорву, ладно. Зачем мне выручать? Я и так спокойно живу без выручалок, без всяких. Просто страшно на улицу выходить, блин, хотят все убить меня. Я же как только... Я в своем мире. К игрокам подъезжаю. А? Ну, в своем мире. Пригласи меня. Эх, ладно, сейчас.
в своем мире, но я буду тут бесчинствовать тогда. Спасибо. Может, полная сессия была? 22 сейчас вроде. А я тут езжу в порту и этих гроб работников. А, там. Слышишь, за мной сейчас чувак какой-то охотится будет, так полагаю. Они стоят по двое везде, их так классно давить, как кегли. На тазике сбиваешь. Как кегли? Сейчас меня убивать будут, кегли. Ну, я приглашаюсь, поэтому у меня идет загрузка данных о сессии, я тут гоняю сам по себе. Чувак пробирается вообще, типа без палева. Готов. Блин, я живой, еле-еле, охренеть. Убил ты его? Да. Ты жестокий, слушай. О, все, ухожу. Блин, у меня брони нету, вообще жесть. Этот тип меня хочет вообще убить по-черному, реально. Сейчас, если возле тебя появлюсь, а, скорее всего, дома появлюсь. Ну, могу вот тебя сука, к себе... убил, все. Ну, вот я тебя видишь. Пока подождешь, меня кокнули уже. Я что, без брони у меня все снял, у меня нет брони. Вот мудак. Надо было убегать, прятаться, а потом бы я к себе домой позвал. В пассивном режиме ездят, блядь. Все. Получил 3 рубля за меня, скотина. Да кто болтает? Еще один фуфил, блядь, гомосек, нахуй. В смысле? У меня это, что-то в микрофоне разговаривает. Фуфил гомосек. Все, всяко бывает. Так. Я вижу, тут. Появился. Ага. Вот, рядом с тобой тип, слышь, убей его, это он был. Да? Да. Он меня кулаками хочет забить. Давай его замочим вдвоем. Держи его там на месте, сейчас я подъеду. Он убегает. Ну, мочи его, слышишь? Он взял это, пуху. Он меня убил. Охренеть. Красавчик-то. Да он пуху взял. Он пёхом идет. Начал сначала драться. Я понял, он пёхом идет? Пёхом. О, вот он. Он начал сначала драться кулаками, типа, потом взял винтовку и застрелил меня. Все, ты его отомстил? Да. Гомосеку. Моя машинка. Я становлюсь психованным. Так, а где он? Где-то здесь должен резнуться, поблизости. Блин, где он есть? Я за тебя, за себя там. Вон он где-то там вправо, вообще наверху, за мостом. О, хрен тебе где? Поехали его мочить? Да нахер он нужен? Ладно, поехали опять с парашютиком. С парашютом, блядь. Давай вот залезем сюда наверх, на краны найти, спрыгнем. Да они ж не такие, это самое, не такие высокие, как ты на них залезешь вообще? А, ну в принципе, это, да они невысокие. Давай попробуем. Слышишь, российский флаг, ты видишь? Где? Нифига себе, да вон, в голову подними, смотри. Вот. А, да, вижу. Ни хрена. Ну тут интернационал, смотри, российский, Мексика, какая-то Франция. Но не все же интернационал. Английский, там, итальянский, испанский. Ну классно. Круто. Чё? Ну да. Надо зафоткать. Давай, зафоткай меня, флаг. Сейчас. Так, теперь за селфи. Стой там же, на том же месте. Сейчас себя и тебя за селфи. Давай, сел... на кран, короче. А, у тебя вуду это приехала. Твоя эта очка? Да, моя. Так ты с крана все-таки хочешь прыгануть? Ну да, хочу попробовать. Вон тебе повыше вроде будет. Ох, блин. Какие? А, вон прямо по курсу, куда я еду. Ну, короче, эти. А хотя не, может, не повыше. Да, по-моему, такие же, все одинаковые. Не-не, повыше. Повыше будут. Только я не знаю, можно на них залезть вообще или нет. А, ну, в принципе, наверное, можно. Ну смотрите, вот мостик. Нашел я. Какой мостик? Это уже... Ну, лесенка, в принципе. В смысле. Блин. Так, не. Что-то она тут... Лесенка. Ну да, мне тоже что-то не хочет. Ой. Парили сам мордой. Пропахал. Вот, с другой стороны лесенка. Нашел. Ага. Погнали. Ну, я все вижу, что у тебя там под юбкой. Что там у меня? Под юбкой. Только что проветрил, на парашют уже прыгал. Чё-то. Сейчас от первого лица полезу. А, от первого не... А, можно. Блин, стой. Не это. Не шевелись. Убегаю быстрее, убегаю. Палево, бегу. Блин, быстро ползёшь. Как ты тут быстро ползёшь? Шифтом. Бля, тут парашют стоит. Чё, шифтом быстрее ползёт? Ага. А, реально.
Смотри, тут парашют есть. Где? Ну, а, вижу, нифига ж себе. Слушай, отсюда, наверное, можно прыгануть с 40. Видимо, да. Ёпара, куда ты еще вверх, вверх поднялся. Чтобы выше было. Угу. Так. Да блин, она до хрень попасть Оба. Не могу. Все, я вот сюда залез. По идее, можно еще выше попробовать. Куда? Ну, еще выше. Куда тут выше? Ну, вот вообще высоко туда. Охренеть, как ты туда спрыгнул, слышишь? Ну так, с разбега. С какого разбега? Вот так, с разбега. Я сейчас упаду, блин, с этого бега, все. Убился, что ли? Нет, вроде жив. Все, я залез на самую верхушку. Теперь я точно могу прыгать. Очково, слышишь? Да тут вообще сыкотно так. Давай ко мне. Иду, иду. Слушай, я сейчас упаду. Давай, ты первый прыгай. Тебе ачивка все-таки нужна для ежедневки. Мне как-то не очень... Не, ну ты что, когда-нибудь такое прыгал, хрени? Нет. Ну, я не прыгал. Давай, прыгай. Я позырю. Тебе потом приду? Тоже прыгну. Ляг, там кто-то... А, это машинка просто. Ну, охренеть. Все, ну, я смотрю давай. На тебя. Давай. Давай. О-о-о-о! Во, открылся? Ну да. Дали ачивку? Да, отлично. Блин, паркур. Оба. Слушай, круто. Смотри, смотри на меня. Я опять труселя твои заметил. Ну, не мои. Казённые, так сказать. Казённые. Погнали. Погнали. У тебя просто ачив это задание под мостом пролететь, да? Да, да. В гонке по воздуху пролететь под мостом. Ну, догоняй тогда меня. Догоняй. Да если есть тут мосты. О, красный красивый вертолетик. Ух, ё. Они все почему-то красные. Под цвет банды типа. Сделаю ставку на себя $100. Дед дал. Ага. Так, ну и где тут мост, блин? Слушай, ну я сейчас контроллер в руки взял, как тут вперед лететь? Ну тут на вертолетах же это только набор высоты. Это R2. А ты наклоняешь сам вертолет. Левым стиком. Левым стиком? Я понял. Ну а, ну вперед наклоняешь, летит вперед, правильно? Ну да. И газуешь типа. Угу. Ну да, на контроллере проще как-то. Ох, ё! Ничего себе, меня не развернуло! Пробрался я под ним. Даже какую-то ачивку получил. Не ачивку, просто опыт дали. Я говорю, скорее всего, после окончания гонки. Я не помню, когда прошлый. Ну, в прошлый раз я на самолете нереактивном пролетел. И чё я пролетел, сколько мостов? Всё разорвало меня. Я зацепился. Какие-то плоские мосты такие. Ты чё тут взрываешься постоянно? А, я балуюсь уже. А-а-а. Да какие-то мосты маленькие-маленькие. Чё-то мне хочется под ними пролететь почему-то. Почему? Шиза кроет. Не, я сильно большой вертолет взял, чтобы под такими мостами лазить. Но у нас одинаковые вертолеты. А, я тебя вижу, кстати. Ты что-то там пытаешься там прыгать? Ты там пробку устроил. А, блин. Ну, какой-то чересчур маленький. Да не говори, я говорю, это вообще явно не такой размер вертолета. Ну да. Там пролазить. Согласен. Все, я приехал в лузу желтую сеточку. Мухобойка, поймался. Угу, прилип. Ага. Влип. Влип, все. Вдул. Вот зараза, пролетел. Так, а где она? Неважно, выглядишь. В смысле? В прямом.
Да у меня вообще еле-еле он пырхается. Припыхается, конечно. Зацепил. Ну хоть как-то пролетел. Не, я еще поиздевался над этими, над мостами, над некоторыми. Ну я тоже под тремя пролетел. Все, наши победили. Блин, не понял. А, все сделал. Все ежедневки. И как, ты просто выходишь из игры, и они у тебя сами обновляются, да? На следующий день. Ну да. Но у меня до сих пор старые висят, и все. Прикольно. Задание знакомого, бандитское. Кстати, рядышком. Короче, у меня почему-то не выполняются ежедневки. Че, давай попрощаемся? Вот какой-то прозрачный. В пассивке, что ли? Не, я в этом деньги переводил. А, это тоже прозрачный, кстати. Офигеть. Вот. Давайте за фотку. Я тебя за фотку. Сквозь машину виден. Ну ты тоже как бы прикольно смотришься. Есть. Призрак. Призрак. Ну давай, выходи, что, зафоткаемся. Попрощаемся. Ну да. Ну, ты, я сквозь твою машину бегаю. О, нет, ну, теперь нормально. Да нет, ты все равно прозрачный. И я прозрачный. Ты прозрачный. Охренеть, прикольно. Ну хрена ты мне сел. А машина стала прозрачной с тобой. Ага. Хочешь тебе зафотку? Не, сядь за руль. Ты прозрачный. Давай сюда я сяду. Сюда. В черную сяду. Прозрачно? Да, стопудово, ага. Сейчас. Гля, там что-то это. NPC пушует. Психи реально. Ну куда ты поехал? Стой вот так. Гля, твою тачку сейчас замнут. Да вижу я. А давай еще вот так вот. Во. Зафоткай. Че? Блин, только вышел. Сказал бы, что ли. Сейчас, держи так. Палец затекает, быстрее. Готово. Ну чё ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Прозрачный вандал какой-то вообще. Заболел. Бедный несчастный. Чуть-чуть приболел. И прозрачная Лорд Вуду. Всем пока, до новых встреч. Это были ежедневки вандала. У меня почему-то все не обновились. Всем пока. Всем пока. Ну, я все вижу, что это под юбка. Что там у меня? Под юбкой. Только что проветрил на парашютах. Чё-то. Сейчас от первого лица поеду. А, можно. Блин, стой. Нет, не шевелись. Убегаю быстро. Палево. Блин, быстро ползешь. Как ты так быстро ползешь? Шифтом. Чё, шифтом быстрее ползет? Ага. А, реально. Тут парашют есть. Где?